Теперь мы пройдемся по некоторым ситуациям. Что может произойти, когда вы начинаете это движение? So, for example, this happens sometimes when the guy is tired or just relax a little bit in the middle of the fight, he pulls here, but it's not common. Вот такое положение у вашего оппонента, когда он поставил руки на пол, может произойти, когда он чуть-чуть подустал, пытается отдохнуть в середине схватки. Но это нетипичная ситуация. So, for example, when I start to do this, if you let me come on to here, probably will sweep, because from here I just have to pull, put the hip up and go. То есть, если он меня пропустил вот туда, и я успел уже захватить руку, то, скорее всего, я завершу свой свип, потому что мне остается только поставить ноги и поднять таз. So, from here, the first situation that you do here, when I get here, it's like to put his weight down or make it difficult for me here. So, if I try to come here, now he's locked the other side, so I cannot move. То есть его противодействие мне в такой ситуации, когда он пытается опустить свой корпус вниз, сильнее перенести свой вес тяжести, центр тяжести, чтобы не дать мне перевернуть себя. So now, instead of coming back, I want you to do this. Put your body a little bit more in your elbow, you lock his armpit here. И теперь, что я хочу, чтобы вы сделали, это продолжить двигаться в том же направлении и своим локтем заблокировать его локоть. Его подмышку. Подмышку. So, I'm gonna use my elbow on his armpit here. Я просуну свой локоть в его подмышку. And then I'm gonna move in the way. И проверну его в ту and сторону. And lay down again. И снова облокочусь на спину. Okay. Now his weight is all over there, not here anymore. Here, his leg. Look, his leg moves. Теперь центр тяжести его перенесен вот туда, и вот его ноги, они сейчас легкие. So now I'm gonna bring his leg. Теперь я возьму его ногу. Because he's light here. Потому что он легкий здесь. Bring the arm. Верну руку. Connect. And now you have both sides to sweep. Вы можете свиповать в любую сторону. Because if this arm is far away, you just have to post, put him back, and go to the mount here. То есть если там он далеко упирается рукой, то тогда вы должны двигаться в эту сторону. If I try to move or something and I can grab this arm here, I can even to the opposite side. Если я успел перехватить его руку там, то могу в другую сторону его сутовать. So now I'm gonna get the beginning, the details, so you guys will not miss this. Теперь сначала повторю для того, чтобы обратить внимание на детали. So, also, come here, he put his weight down. Он опустил свой вес вниз. Your elbow will hit his armpit. And you shift your hip outside a little bit as well. Вы направляете свой локоть его подмышку, и вы смещаете таз немножко влево. So look, I do like this, just to put his weight there. I cannot wait too much, because if I wait too much here, he's gonna pull shoulder. Здесь мне нельзя слишком долго ждать, потому что он тут же поднимет, вас восстановит осанку. So on that moment, you bring his leg. В этот момент вы захватываете его ногу. Give to the arm. Then you decide. One good detail here is like, if your arm is near to his knee, he can bring the leg back. Если ваша рука близко с его коленом, то он может вернуть колено, вернуть ступню назад. And then that's it. So you're gonna come here. Now if he try to go, not possible. Поэтому нужно поднять руку повыше. Теперь невозможно ему вернуть ногу назад. From here, the best situation. Hold. Grab here, so you try to sweep there. If it's not possible, you have triangle. You have the sweep, whatever, you can take here. Ну, то есть, если он в очень опасной ситуации, вы либо свипуете вправо, либо влево, либо, если он сопротивляется, вообще закрываете треугольник. So let's focus on that side, not do the other side, because probably the guy is gonna hide this arm here. Скорее всего, оппонент будет прятать ту руку, поэтому давайте сконцентрируемся на свипе в ту сторону. So for now, I want you guys to... One. He lay down, escape a little bit, elbow hit here. Креветку, локоть. Bring the leg, нога. Give the arm. Передали руку. Control here. Control lapel. If he left, let you get here, good. But he's gonna hide, so grab, go triangle. Если вам удалось схватить руку хорошо, но если он спрятал, переходите на треугольник. And now you're gonna ask, okay, so I have to release the foot? No, I just from here.
Теперь вы думаете, вам нужно отпускать ногу? Нет, вы прямо свой треугольник подправляете отсюда. Okay, so I open here a situation that you can sweep one side, the other side, but I want this. Triangle now, okay? Я вам показал свип влево-вправо, но я хочу сфокусироваться на треугольнике. One, lay down, shift to hip. Elbow goes down. Sometimes if he's light here, you can never finish, but he'll hold. So grab the foot, bring it to you, come here, grab the lapel. You try here, he's gonna hide, open, close, and then adjust. Okay, so only this. Okay, yep. Run, one, two, three. Yeah.